Томат сосулька черная. Высокорослый индетерминант. Требует прищипки и формирования в 2-3 стебля. Вынослив к болезням. Хорошо переносит понижение температуры. Устойчив к засухе. На гроздях формируется по 7-9 помидоров. Созревание происходит через 114-122 дня. Плодам присуща красивая форма вытянутой сливки с острым носиком. Поверхность гладкая, без ребристости. Окраска темно-коричневая. Мякоть плотноватая, сахаристая, умеренно сочная. Длина может достигать 7 см. Средняя масса – 80-100 граммов. Эти помидоры хороши для засолки, консервирования, свежего потребления. С одного куста можно собрать 7-9 килограммов.